Сотрудница Единого центра муниципального заказа признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к отравлению 36 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Эта история произошла в школе номер 47 Нижнего Новгорода в октябре прошлого года. Как считает следствие, из-за своей преступной небрежности заведующая производством отдела организации горячего питания ЕЦМЗ не обнаружила допущенные сотрудниками пищеблока школы нарушения санитарно-гигиенического законодательства. Это впоследствии привело к распространению бактерий группы кишечных палочек на предметы кухонной утвари и заболеваний учащихся школы. Во время предварительного расследования вину в содеянном обвиняемая не признала, однако суд признал ее виновной и назначил один год ограничения свободы.